у меня рыжая пришла с ночной охоты утром, и Буска ее встретила. Ну что, поесть надо. Мамка пришла, молока принесла. Вот как все устроено, удивительно. Второй свет включу, чтобы видно было показать. Вот непрерывно идет игра, движение. Вот вылизывает. Я ее пока маленькую Буску не выпускаю там, где остальные там кошки, чтобы она чего не поела. И она ее зализывает, поэтому она чистая. Как только будет есть что-то вместе с матерью, все. Отдельно надо готовить место, куда она будет ходить на двор. Вот она. Вот она ее вылизывает, все выдавливает из нее, массажирует. Если кошка так приберешь котенка, вот это нужно так делать, там пальцами самому массажировать ее. Вот она присосалась, она ее лежит в живот, это массаж делает. Вот так, с обратной стороны. Ей главное поесть сейчас. В непрерывном движении станет, подтягивается, все. И одна, было бы два, три, они бы больше играли. Но она одна прыгает, как на пружинках. И у меня разрешено это вот внизу быть. Высоко лазить упадет еще. На стол везде лезет. Но вот где я лежу на постель, повадилась ходить. Я ее газеткой раз задел. Так она как на пружинках так прыгнула. И теперь заглядывает в газетки и уже боится. Ну, по-другому нельзя. Я ложусь спать, а она начинает по мне топтаться. Видишь как. Вот у Льюиса считал много об этом Бианке. За всем смотрят. Справная такая рыжая. Утром встаю, бывает, принесет большую мышь, положит рядом. Но пока приходит с мертвой, будет приносить живую. Живую отпускает и не смотрит. А кого она маленькая? Глядишь, отпустит. Это в комнате все же. Вот он голову вывернул. Она не просто так лежит. Вот даже ее видно. Она к животу присосалась там. К сиськам. К соскам ее. Ближе подошел, вплотную почти, чтобы показать, как. Ну-ка, ты еще делаешь, а? Буска, ну-ка. Вот такой свет у нее интересный. Буска. Ноги-то как раскинула, уперлась. А? Рыжая, ты еще испугалась, а? Смотри еще. Ну-ка, как. Ну-ка, отпусти ее. Вымывает. Далеко не каждая мать так обходится со своими детьми. И ни одна не сделает аборта. Все тащит сюда, и нет того, чтобы она бросила. Ну, Иоанн Златоуст сравнивает человека с животными и показывает, насколько
человек хуже животного. И потом сравнивает его, человека, с демоном. И говорит, у демона нет сребролюбия, нет прелюбодейства. У человека это все есть. У животного одно, кровожадный, там жалит, бывает мстительный, злопамятный. Это надо знать очень хорошо. Вот. А у человека это все в совокупности, весь зверинец в душе. Ну, Златоуст очень хорошо это показывает. Вот она лежит. Я с другой стороны показать. Что особенно? Ничего. Некоторые не имеют этой возможности, чтобы так кошка ходила, по воле приходила. В городе это невозможно часто. Здесь никто не трогает. Вот она ее вылизывает. Вот видите? Под хвостик. Она под хвостиком у нее вылизывает. Все. Зажала ей головку. Устала. Все лежат под ногами фактически. Кому не мешают. А белые у меня в сенках. Хотя я держу кошек, что кошатник какой разве. У меня голубятни. Здесь две голубятни. Много пшеницы. Ну отсюда я сошлю грызуны. И поэтому их вахтовым методом сажаю. Раньше было так. У нас амшаник, пчелы. Ну, там ставишь еду на неделю, закрываешь опять, запечатаешь все и уходишь. И зима проходит, и нет повреждений никаких. Нету. Одна кошка отбудет неделю, вторую туда тащишь, зайдешь. Колодок много, по-моему, 25 было семей на зиму. Спряталась под стол и под стул. Вот, налетаем. Боска. С проводами любит играть и боязно грызть начинает. Ну что делаем? Приходится все закрывать, все провода.
Боязнь. Грызть начинает провода. Вот боязно. Или ее убьет, или она испортит. Но при том это старательно жует их. Жует, прямо жует провода. Какая радость от проводов. Ну все. Так, смотреть, вот кошка более совершенная, чем собака.
Любит смотреть за курсором. Ой, как любит. Тоже блогером может быть. Работать на компьютере, все, я говорю, любое парнокопытное животное может, лишь бы только знать, где нажать. Никакого ума не надо. Ну, конечно, если ставить там разное, там вот скребет, изобретать. Вот тут понятно. Тим Бернерс-Ли. Надо много было. Ну-ка, экран попортишь. Обижает всех. Это ее сестра фактически. А рыжая это мать одна. Это везде. Как шнырь. Вот она. И вот такая. Ну, еще пошла дальше. Ну, все время везде, все, все проверит. Ну, когда уже совсем я не могу ничего здесь поправить, ночью они у меня в подполе, все трое. Вот, увез, вытащил их туда, на чердак, там, где голубятня пространство окружает. Все равно вылезла, нашла там дырочку, как воробей. Три раза вылазила, запечатывал, ничего не мог сделать. Но у меня вот тут есть для голубей решетка. Володи-то нету сегодня. Ой, вчера мне руку подремонтировали маленько. Вот уже начал шевелить. Ну и что теперь? Я один тут сам снимаю. Ну-ка иди сюда. Ой, вот так. Давай-ка сюда. Вот так. Вот теперь я ее сюда посадил за решетку. Чтобы она не вылезла, там отдыхает. Она спускается вниз, там гнездо голубиное. И она в нем остается. Тут надо привязывать. Первое время билась, кусала решетку. А сейчас успокоилась. Вон там гнездо. Ну, в нем все ложится спокойно. Даже вот такое маленькое создание и требует внимания. Вот она где выглядывает. А почему? Потому что это уже прибежала белая. За ней смотрит. Ну, там сидит. Ну, только отойдешь, грызет то провод, то микрофон. Все. Да то не если посажу туда, она буйствовала, не знаю как. А сейчас уже спокойно. Все. Ну, я долго ее там не держал. Несколько минут. Постепенно приучал. Вот она. Все. Сошла вниз. Ну, а там не увидишь, где там второй этаж. Где вон только хвостик видать. А где же мать-то их лежит? А, вот она где. Володя ушел. Буса, рыжая, 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 рыжая. Ну-ка, подними голову. Рыжая, 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 ну-ка, покажи, какая ты. О, так. Это она на Никитиной постели тут, пока его нету, тешится. Что-то там наводит порядок. Вот она где, увидать хотя бы ее. Там лазит теперь, пошла. Это теперь кверху залезла. Узнать, в чем дело, почему она там так. Вот она где. Все проверяет. Везде отверстие есть, но она не может продраться. Ну, сейчас спокойно. Сейчас приоткрою маленько. Это гнездо голубиное там и выщено, и разницы нет. Там начинает играть. Голубей тут меньше пока нету. Все здоровы. Заглядывает вверху. Кошкам какое, говорит, внимание.
Ну, что это кошка? Кошка-то неплохо. Я считал, бывают инвалиды, войны там или какие-то. И у кого нет никаких животных, они живут на 3 года меньше. Ну, проверено, как БИМ там, черное, белое ухо. Буска поймала опять. Это мать мышку ей принесла. И вот она теперь ей играет. А мать сидит рядом, смотрит. Учит ее. Интересно, мать даже не смотрит, как будто не она, а рыжка. Сколько она поймала, неизвестно. Ой, ой, это такая же игрушка. Вид делает, что ни при чем она тут. А там потеря. Тоже мать сказала же, не ходите куда не надо. Полюбопытничали, зашли в комнату. Кошек-то не могу отправить на чердак голубям. Холодновато все же. Повесил. Вот она, Буска где. Мать сидит внизу. Шарик за ней наблюдает. Видишь, как через траву, как разведчик. Боюсь, он рядом попадет, Буска. Может ее уничтожить, задушить. Может и нет. Что-то маленькое. Везде лезет. Вот она какая. Иди сюда, Буска. Раньше все время с хвостом играла, а сейчас уже нет. Ее интересует уже другое, уже мышей мать ей ловит.